Шойгу была отведена роль лжеца. Он, например, говорит, у нас погибло 5930 солдат. Ну, простая арифметика, да, и 90 восстановились и вернулись в строй. Ну, так он сказал. Если у тебя всего 6000 погибших, так зачем вам мобилизация? Зачем? У вас же все в строю. Даже ватные паблики заявили, ну, тумач, ну, как бы врать настолько. А почему вот он говорит 6000? Да чтобы не боялись идти. Ведь если знаешь, что 55000 полегло, какой же дурак? Видите, вы так уже уложили 55. Куда же я пойду? 300, как он сказал, 300 тысяч они ищут резервист. Чего же я, скажет, пойду, если вы уже уложили 55 тысяч? То есть им надо сделать не страшно эту ситуацию. Продолжать вот этими половинчатыми, двойственными объяснениями пытаться, значит, людей сделать не страшным это участие в войне. Ну что вы что? 6 тысяч-то всего погибло. Если вас 300 призовут, ну дай бог, из вас еще пара тысяч погибнет. Это ложь необходима. Более того, он же ведь не назвал это войной. Они же не приняли решение о том, чтобы назвать это войной, ввести военное положение, соответственно, значит, уже мобилизацию на основании чего? Того, что, значит, Россия вступила в войну. В какую войну? Вы проводите специальную военную операцию. Зачем вам мобилизованные? Ведь у вас, как вы говорите, есть кадрированный состав, который может принимать участие в войне только силами Министерства обороны, значит, которые не затрагивают срочников, не требуют дополнительных ресурсов и так далее. Нахрена тебе мобилизация, если у тебя есть и зэки, и всякие клоуны-добровольцы? Зачем тебе мобилизация? Ну где логика? Значит, положение на фронте – это та тайна, та конфиденциальная сторона всей этой ситуации, которая, может быть, она не на поверку выглядит именно такой, а на самом деле все гораздо катастрофичнее. Значит, ты объявляешь мобилизацию в ситуации, когда понимаешь, что фронт трещит по швам, что вот это каскадное обрушение, оно вот-вот застигнет не только уже освобожденную Харьковскую область, с ней уже понятно, а Луганск, а Донецк, а Херсон, правый берег Днепра, и того хуже дальше пойдет, до самого Крыма, Севастополя или там, не знаю, Симферополя.